Крупный молочный животноводческий комплекс на 3000 голов построят в Тальменском районе. Он появится через 1,5 года. Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта подписали сегодня в Рио губернатора края Виктор Томенко и президент группы компаний «Эко-Нива» Штефан Дюр. К строительству животноводческого комплекса планируют приступить уже в этом году. Общая стоимость проекта составит около 3 миллиардов рублей. Для заготовки кормов и создания кормовой базы планируют использовать более 5000 гектаров земли. Благодаря работе комплекса в Тальменском районе появятся и новые рабочие места. Один комплекс – это примерно в животноводство примерно 100 человек. Плюс растениеводство, то есть, который так и так, так есть. Ну, если три комплекса, 300 человек. Ну, 300 человек для района, это, наверное, тоже какое-то значение. Да, потому что это оплата все равно достойная у нас. И на комплекс, то есть, и в средний, на комплекс средняя зарплата где-нибудь 35 тысяч рублей, да, которые, ну, все равно принесется деньги в селе, а потом уже люди это тратят и, соответственно, живет и в школе, и детский садик.